Костя Захарин против Александра Долгополова. Я очень рад, что в жюри сегодня Крафтс. Ну, я, честно говоря, обескуражен, что это рэпер. Потому что я думал, что будет этот из Спанч Боба, мистер Крафтс. Я на него шутки накидывал. Типа, там, про глаза длинные, вот эту всю хуйню. Про то, что, типа, он такой, я приду на Roast Battle, только если мне заплатят деньги. Вот круто первый раз так познакомиться с Тимуром Каргиновым вблизи, потому что, ну, вы наверняка все знаете, что он говорит, что он первый черный комик. И это действительно так, потому что он тот еще кусок говна. Ну, вы... Бля! Ты понял, да, блядь? Я имею в виду... Мы теперь вдвоем, да? Типа, я имею в виду, что, ну, вы можете сказать, что говно коричневое. Бля, еще и добивает. Я имею в виду, я говорю про вот это вот черное, жидкое, нездоровое говно. Я не думал, что он будет отвечать. Ты, бля, охуел, чтобы я еще не отвечал? Ебать просто. Да, да, причем да, я сейчас серьезно, бро. Ну? Ага. Так, Вася Медведев, значит, охуеть, да? Вася выглядит как человек, у которого есть специальная футболка для дрочки. Которая вот здесь вот прям твердая. Вась, это не пресс клевый, это сперма засохла. И теперь вступительное слово за Костей Захариным. Да, всем привет. Да мне похуй здесь разбираться, мне до пизды, я так выскочил на финал на язычках. Так что я особо ни на что не рассчитываю, так что... Тут Лёха Квашонки с Долгополым пососутся в финале, мне это пизды. Значит так, у нас в финале Крафтс. Крафтс выглядит как Хабенский, у которого не хватает одной хромосомы. Или наоборот лишняя, но точно не сколько надо. Тимур Каргинов тоже в жюри. Если вы не знаете, то он еще... Ну, является судьей в жюри в проекте «Открытый микрофон». Кто вот не смотрел? Здесь аккуратней. Не, похуй. Что, на ТНТ не возьмешь? Я и так не на ТНТ, мне до пизды. Возьму тебя, блядь, в свою команду, брат. Блин, я с радостью. Мне все равно. Я никак не проиграю от сложившейся ситуации. Мне все равно. Короче, дайте скажу. Короче, кто смотрел «Открытый микрофон» на ТНТ? Тимур там жюри, и в целом я, ну, поклонник творчества Тимура, но стендапа. Но не то, как он себя ведет в жюри «Открытого микрофона», потому что это максимально странно и неестественно выглядит. Типа... Блять, собаку посади, она так же от жюри. Просто... Бля, вы куда меня позвали? Что такое? А? Я привык к другому, бля. Типа... Я хочу в команду к Тимуру. Вот к чему я привык, бля. Один говорит, я говно, бля. Второй говорит, я собака. Вы что, охуели, бля? А? Подожди, я еще вы не что, закончу. Бля? Пиздец, бля. Шоу, блядь, закончится, пацаны. А у меня еще блядь, про Тимура а куда есть? Шел Тимур Каргинов, я, блядь, не пойму. Рост батл, это что, КВН, что ли? У тебя есть ствол, Крафт? А я еще про Тимура вспомнил. Подожди, не надо. Я еще не договорил. Не надо, блядь. Ты мне нравишься. Не надо. Подождите, я еще не договорил. Ну ладно, не надо. Да. Можно? Пиздец. Приведу свою команду сейчас сюда, блядь. Там у меня. Атлас Андрей, блядь. Видели его? Нет, нахуй нам нужен. Ну да. Да ладно, ну что, это шутки же. А можно еще? Нет, запрети, Вася, запрети.
Запрети им. Вообще не шутят про Кравца, блядь. Я про Кравца, у меня есть про Кравца. Вообще не шутят. Можно про Кравца. Я вспомнил, мне очень нравится кофта Кравца сегодня. Мне, глядя на нее, хочется спросить, а где остальной ростовой костюм медведя? Ну, это очень обидно. Ты не обидел, бля. Он сейчас уйдет, бля. Это очень обидно. Я старался... Пиздец, бля. Я старался... Просто обидно. Он уходит, бля. Ты уходишь? Еще у него кроссовки красные, бля. Ох, ебать, бля. Красные кроссовки, бля. Обидная хуйня. Бля, почему Каргинов выступает? Это что за... Потому что я возмущен, бля. А, тогда нормально. Я из такой же темы. У меня еще про Каргинова. Нет, нет, ну пожалуйста, Саша, пожалуйста. У тебя обидные шутки, блядь. Пожалуйста, я ж тебя прошу. Пожалуйста. Саша, ладно, что, давай начнем? Я спрашивал, да, у Тимура, кстати. Ты готов, Тимур, перед началом? Он такой, да, да. Видимо, нет. Так что, да, не накидывайтесь на Тимура, он пока не готов. Не, ну обидно. Один, говорит, собака, блядь. Где ты собаку, блядь, увидел? Тебя покусали? Блядь, это просто шутки. Чё, блядь, началось? Я вообще я бы хотел извиниться за Костю, прямо? Потому что... Я извиняться не буду, мне похуй. Не, фактически... Но он же наверняка не серьезный. Он не называл тебя прямо собакой. Он сказал, типа, Тимур собака, да? Ты подключаешься, да, блядь? Если, типа, в жюри посадить собаку, это чисто гипотетическая ситуация. Ну, то есть... Да и я... Я вас понял. Да и я не говорил, что Тимур говно. Я же... Не продолжай, Саша. Саша. Все, давайте начнем баттл. Так сколько угодно можно болтать. Первый раунд... Начинает Костя Захарин. Тимур, смотри, сейчас буду хуесосить Саню, если что. Короче, Саня выглядит как человек, которого за гаражами зачали собаки. Подождите. Я? Нет, нет, не ты, не ты. Я? Нет, блядь. Добавь, как будто бы я. Нет, нет, не ты. А воспитывали бомжи. Кравц. А одевали собаки. А ебали бомжи. Ну все испортил, блядь. Доволен? А как ты хотел? Все, не гавкай, хорош, пока. А что ты хотел, ну? А у меня еще про Тимура есть. Да успокойся. Успокойся.